Реконструкция пройдет на участке от улицы Промышленная до АЗС «Лукойл». Здесь будет организовано четырехполосное движение. Сейчас полосы всего две. Их уже не хватает, так как спальный район активно развивается. В часы пик здесь образуются длинные пробки. После ремонта ширина проезжей части будет увеличена до 15 метров. С понедельника уже подрядная организация приступает к работам по разбивке трассы участка и демонтажу бордюрного камня. На первом этапе работы будут вестись на участке от АЗС «Лукойл» до улицы Амелькова. Позволит увеличить пропускную способность данной улицы, то есть уйти от заторовых ситуаций. Это один из первых этапов по развитию уличной дорожной сети города. На время работы автомобильное движение по улице закрывать не будут. Однако при планировании поездок по данному участку учитывайте ремонтные работы и будьте осторожны.